Таким, а я буду таким, нет, я вот так поменяюсь. Здравствуй, Мишка! Здравствуйте, дети! Мишка, расскажи нам, пожалуйста, сказку. Я расскажу вам сказку такую. Значит, я, Мишка, такой, с бантиком иду. Нет, надо другое что-то придумать. Что за... Может придумать, что Мишка будет собачкой? Как? Ай! Ой, привет, Юля! Привет, привет! Ты что забыл, что мы уже здоровались? А что это ты делаешь такое, а? Я делаю театр. Театр? Да, делаю кукольный театр. Кукольный? Да. Фу! А, ребята, он кукольный театр делает. Да. Стой, Зорик, а зачем делать? А можно просто сходить в кукольный театр. Да? Да, хоть смотри, вот я тебе расскажу. Ой, вот расскажи. Вот, о. А, ребята, вы знаете, что вообще можно ходить в разные театры и смотреть там разные постановки, детские, взрослые. И взрослые? Да, ну взрослые, это для взрослых постановки. Ну, а вот там можно сходить на какие-нибудь детские спектакли. Я хочу на детский спектакль. А вот ты знаешь, где у нас можно сходить здесь на детский спектакль? Нет. Нет? Вот. Театр кукол, да, потом драматический театр, драматический. Да, а еще в разных дворцах проходят разные представления, вот, да. А там вот во дворцах представления проходят, там куклы играют или люди? О, и куклы, и люди. Вот например, да. В театре кукол играют и люди, и куклы, на них каркусы, сейчас за нос схвачу. Вот, а в драматическом театре играют люди, они играть могут каких-нибудь там зверей, героев. Вот это да. И куклы, наверное, тоже есть в драматическом театре. Вот, ребята, вы когда-нибудь посещали театр кукол? Да? Да. Классно. Ребята, ходите. А драматический театр? Да? Круто. А какие вы еще посещали? Какие? А, вот учреждения. Творцы посещали там дворец детского творчества. Да. Там тоже проходят представления. Сказ. А дворец области там тоже проходят представления. А еще где? А еще в разных домах культуры там тоже проходят представления. Надо нам куда-нибудь тоже сходить. Да. Куда подвинься, пойдем? Подвинься, давай. Так, так, давай неси. Какой-то толстый Зорик. Я просто вчера много конфет покушал. О, конфет, круто. Да. Вот, куда пойдем? Куда пойдем? Куда мы вот... Я хочу сначала в кукольный, потому кукольный. Что я хочу научиться обращаться с куклой. С куклой? Да. А там вот так просто... А потом хочу сходить во дворец. Какой дворец? Творчество. Детского творчества. А, да, круто. А потом пойдем в драматический театр. Да, да. Вот, и везде будем смотреть интересные театральные постановки. Ребята, обязательно ходите в театр. Ребята, вы тоже обязательно ходите в театр. Это очень-очень интересно. Да, там так здорово. Ой, что-то спать захотелось. Да. А что, а мультфильм? А мультфильм. Быстрее, давай мультфильм смотреть. О, каркуса, мультфильм. Мультфильм. Кар-кар-кар.